Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовим круассаны с шоколадом. Я разморозила слоеное тесто, два кусочка. Одно мы нарежем прям так, раскатывать не будем, а второе немножко раскатаем и посмотрим разницу. Сильно не раскатывайте и нарезаем. Так, с этого кусочка у меня получается 5 штучек. Я буду использовать обычный шоколад. Сюда положим 2. Сворачиваем. Выкладываем сразу на противень. Так, второй кусок мы не раскатываем, сразу нарезаем. Тоже буду делать с шоколадом, потому что шоколад мы любим. Смазываем круассаны яичком. Круассаны в разогретую до 180 градусов духовку выпекаем до готовности. Круассаны готовы. Итак, круассаны подостыли. Смотрите, вот этим мы делали, раскатывали тесто. Тоже они довольно пышные получаются. Так, а вот это мы не раскатывали. Я так большой разницы не вижу, поэтому можно чуть-чуть подкатать, а можно прям и не раскатывать, а так нарезать тесто и сразу выпекать. Смотрите, какие классные. Вот такие круассанчики у нас получились. Ну вот, круассаны готовы. Посмотрите, какая красота. Пышные. С шоколадом. Давайте попробуем. Они настолько нежные. Сколько слоев? Очень вкусно. Приятного аппетита!